Студии звукозаписи, цеха и мастерские с директором Саровской драмы старшеклассники побывали в закулисье театра. Также школьники посмотрели, как сейчас выглядит площадка для будущей малой сцены. Директор нашего театра не только отвечает за финансовую и хозяйственную составляющие, но и решает, какие спектакли, какие режиссеры будут ставить. Каждый год театр выпускает 10 постановок, из них 8 для драматического театра и 2 для театра кукол-кузнечик. Мы стараемся разнообразить репертуары, поэтому в эти 8 драматических спектаклей входит как большая, так и малая форма, как детские, так и взрослые спектакли. Ребята, которые пришли на встречу с директором театра, занимаются в школе «Лидер» Дворца детского творчества. Кто-то из них мечтает связать свою жизнь с театром, а кто-то хочет стать руководителем. Они постараются понять, попытаются понять, в чем специфика руководителя учреждения культуры. Вот это очень важный момент. Руководители в каждой сфере, они отличаются по действиям, по своим задачам, каким-то внутренним установкам. По признанию ребят, эта встреча для них стала ярким и запоминающимся событием, о котором они еще долго будут рассказывать своим друзьям. Очень много разных секретов сам директор таит и много выполняет. Это очень интересно познать и потом как опыт получить. В завершении встречи Марина Першина пригласила ребят на торжественный вечер, посвященный 70-летию театра, который пройдет 19 апреля. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.